Спортивная площадка в одном из дворов на Новогорке никогда не пустует. Шум от удара мяча, а ворота здесь слышен с утра до вечера. А сегодня детвора собралась на физкульт-праздник «Чемпион двора». Акцию провели совместно с молодежкой ОНФ. Мы приехали в обычный Орловский двор провести соревнования и выявить сильнейших во дворе в прыжках в длину, в прыжках со скакалкой, просто в беге. Спортивным процессом руководит чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта Евгений Харин. Под его чутким руководством детвора выполняет упражнения. Некоторые из ребят побили свои личные рекорды. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, стоп! 110. Это лучший результат в команде. Я хожу на гимнастику и люблю отжиматься. Сколько можешь раз сделать 30. За один подход? 30. А сейчас могу отжаться 34 раза. Давай. Я думаю, вот эти хорошие традиции с помощью и при поддержке, при активном участии Общероссийского народного фронта, они сегодня входят в жизнь нашей молодежи. И действительно, мы сегодня замечаем, что молодежь стала меньше курить, извините, употреблять алкоголь. И дети тянутся во многих дворах при поддержке депутатского корпуса, при поддержке общественности, руководства города, сделаны спортивные площадки. Говорят, что большой спорт начинается со двора. И, возможно, именно сейчас на этой площадке занимается кто-то из будущих олимпийских чемпионов. Юлия Сабникова, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».